Президент Украины Владимир Зеленский не видит представителей России в числе участников мирного саммита, предложенного его турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Главы двух государств встретились в Стамбуле, где, в числе прочего, обсудили возможный саммит мира в Швейцарии или даже двусторонние мирные переговоры при посредничестве Анкары. Мы не видим, каким чином может запрошивать людей, которые все блокируют, руйнуют и убивают. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру. Кремль категорически отвергает мирный план Зеленского, поскольку он предполагает полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым. Зеленский и Эрдоган подписали также несколько двусторонних документов и несколько соглашений о военном сотрудничестве.